Всем привет, с вами Екатерина, добро пожаловать на мой канал. В этом видео я хочу сделать для вас обзор вот такого замечательного набора от РТО «Тихо падает на крыше снег». Заказала я этот наборчик в магазине «Мир вышивки». Этот интернет-магазин стал для меня в последнее время любимым интернет-магазином. Еще раз огромное спасибо всем девочкам, кто мне рекомендовал этот интернет-магазин. Он на самом деле восхитительный, чудесный. Вот, очень-очень он мне нравится. И в этом интернет-магазине очень часто бывают скидки. И плюс еще дополнительные скидки бывают для блогеров, если снять видео. Вот, и также еще блогер потом может подарить свой промокод другим покупателям. Поэтому промокод на скидку я вам оставлю тоже под видео. И оставлю ссылочку на этот набор и на сайт обязательно. Итак, заказала я вот такой наборчик. Набор не дешевый. Стоимость его примерно 1400 рублей. Точно не буду говорить, потому что плюс-минус скидки. Но в среднем вот такая цена. Цена хорошая в этом магазине. Мне этот наборчик еще очень-очень приглянулся, когда он только появился в прошлом году. У меня просто слюнки на него текли. Я так хотела его вышивать зимой, но уже как-то дело было к весне, и думаю, оставлю я эту задумку на следующий год. И заказала я его сейчас для одного вышивального марафона, в котором я участвую в Инстаграм. Но пока наборчик ждала, уже начала вышивать другую работу, поэтому наборчик отложу, буду вышивать на станке, буду вышивать его, когда выпадет снег. Вот такая у меня задумка, потому что все-таки зимние мотивы летом вышивать как-то не по мне. Я люблю по сезонам вышивать, да, осенью осеннее, летом летнее, но вот как-то так. Здесь, посмотрите, какая красота, здесь снежок. Здесь птички, кошечки на крыше. То есть такой приятный мотив, просто не передать словами. И этот наборчик по картине художницы Карлы Жерар. Вот. И разработка схемы Татьяны Мещеряковой. А в состав этого набора входит мулине DMC, 100% хлопок, канва и до 16 каунта, инструкция, схема и игла. Также я вижу органайзер, да, DMC тоже на органайзере, все подписано, фирменный органайзер DMC. Я специально не открывала еще этот наборчик, чтобы открыть вместе с вами и посмотреть. Так что сейчас у меня тоже эмоции меня переполняют, потому что я его очень-очень хотела. Итак, вот такие вот ниточки. Ниточки уже, посмотрите, нарезаны. Класс! Посмотрите, как их много. Здесь все степлером соединено. Ну, картина будет яркая, она будет такая сочная, позитивная. Просто прелесть. Так, тут интересно указано, сколько цветов DMC. Так, размер у нас будет работы 27,5 на 35 сантиметров. И артикул этого набора М654 от РТО. Обожаю такие оттенки. Здесь и пастельные, и есть сочные, яркие. Эти милые кошечки, птички, просто прелесть. Снежинки. Ой, прям класс. Схема. Смотрите, вот такая вот черно-белая схемка символьная, и плюс бэкстич отмечен яркой розовой линией. Это очень круто,
бэкстич не будет нам забивать, ничего портить. Я думаю, что работа будет вышиваться быстро, потому что, видите, площади большие зашиваются одним и тем же цветом. Это очень хорошо. Крупная какая схема, большая, и она идет на 4 листах. Так, что тут у нас? Схема как на русском языке, так и на английском. Также здесь в работе используются французские узелки в одну нить мулине желтого, белого и черного цвета. И бэкстич 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 видов. Также крест и бленды. Полукреста вроде как нету. Полный крест и, в общем, бленды. Очень хорошая инструкция, качественная схема, прям просто супер. Я в восторге. Так, и что у нас тут еще? Канва 16-го каунта Аида хлопковая. Край не проверлочен, но это не проблема. Маму попрошу, она мне проверлочит. Сама все. Белая канва. Иголочка. 26-я иголка, я так подозреваю. Вот такая вот. И вот такой органайзер. Не знаю, это, наверное, или органайзер, или игрушечка. Но видите, тоже так здорово. Такой вот еще приятный бонус в этом наборчике. Так что вот такой набор. Я надеюсь, что мой обзор вам понравился. И вы тоже захотите вышить вот такой замечательный наборчик. Обязательно, когда начну вышивать, буду выкладывать отчеты в Инстаграм. Также я заказывала в мире вышивки пару моточков DMC. У них очень хороший сервис. Можно выбрать любые оттенки, которые вы хотите. Хорошая цена и удобно выбирать. То есть листаете и выбирайте те, которые вам нужны. Это очень здорово. И еще я заказала станок для вышивки. У меня есть станок, но заказала еще один, чтобы был он у меня дома у родителей. Потому что сейчас я часто вышиваю в саду, на природе, на воздухе. Вот. И таскать станок туда-сюда, как бы мне, как, ну, это неудобно. Вот. И буду вышивать там тоже, на станке. И станок покажу вам в отдельном видео. Покажу сборку и что у нас получится. Вот, вот такой получился у меня обзорчик. Я надеюсь, что вам было интересно посмотреть, что вам понравился вот такой вот замечательный зимний сюжет. Тихо падает на крыше снег. На этом все, мои дорогие. Спасибо большое, что посмотрели мое видео. Ставьте лайки, если оно вам понравилось. Мне будет очень приятно. Подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны, чтобы не пропустить новые видео. А также рекомендуйте мой канал своим знакомым и друзьям. Подписывайтесь также на мой Инстаграм, чтобы быть в курсе всех моих новостей. На этом я с вами прощаюсь. Вышивальщицам желаю ровных крестиков. И до новых встреч. Пока-пока.